Друзья, будет Брудакири, опять же, у нас не первый раз. Посмотрим, как против гладиаторов. Напоминаю, друзья, еще раз. Нужно Бэтбум забрать просто одну сейчас карту, потому что у нас параллельно встречи панды только что сделали 1-0. Если ББ забирает одну карту, они проходят винера. Все. Вот все, что им нужно. Нас нападают на сейвы сейчас. Сейва будет харасить, нажимается у нас копья. Сейв пытается смансить. Неприятно, бласты, но дурачье не забирает. Хоть и сам сейв умирает, но минус дурачье. Пройти тарант, но уже поздно. Эту встречу прекрасную. Там у нас нападают на Селерия сейчас. Бласты пошли, Селерия подставляется. Больно, Селерия. Забирают его. Фласка же есть, стофу, дай фласочку дурачью. Че ж вот так-то? Они будут нападать вместе с Кином. Давай посмотрим. Нападает на Пьюра. Пьюр пытается жить. Хорошо, Торонто его подсейвит. Фейт-эдикт, напоминаем, магия не пробивает время действия Фейт-эдикта. Выживает Пьюр. Забирает Тофу. Атака получается неудачную у команды Gaming Gladiators. В итоге Квин сюда отступает. Здесь уже практически отосон и получает также левел 9. Здесь врыв на Эйса нападает Найтфол. ГПК также тэпается и забирает. Там уже труп Бурды привязывает здесь, в том числе. А это хорошая идея так-то. Ну, там, конечно, есть бетрайдер, типа, но глобально броду трудно будет остановить. Ну, или можно двойку за стак еще есть. Опачки, Селерия, здорово, дорогой Шего, прекрасный, в том числе и Квина поймали. Селерия больно, минус Селерия будет нападать на Квина, нужно также. Там дуэль сбоку, под боем нажимается на Кейса, минус Эйс, минус 2, 9-1. Но Квин спасается, здесь не настигают его. Но забирает стаки, забирает тир-1 вышку на миду, ребят. Блин, где у него фейзы? Нападают на Селерия. Селерия пытается улететь отсюда. Минус Селерия. Спойлер, Роман Браво буду предупреждать сразу тебя, потому что... Так что у нас там? Романом Браво мы поздоровались. С Ансором мы поздоровались. Со всеми поздоровались. Здесь привязочка есть. Прекрасно. Нападает на Квина. Приходит Торонто. Лайф Дрейн работает. Квина у нас накрывает Селерия. Выходит Найтфол на охоту. Селерия бомбочки ставит. Пытается здесь Тофу как-то на себя внимание переключает. Но спасает Селерия, да, но опять же 13-1 пока что. Именно комфортно играть против гладиаторов. Лассо нажимается. Увозит ГПК. ГПК, нормально все. Там есть дуэлька по эйсу. ГПК спасти! Хорош Торонто, че еще и сам не умирает. Минус делается Пьюр, дурачье. Слушай, его забрал, умирает Тофу. Пока что такая кривая трек получалась. Ну, слушайте, первое успешное действие от команды Gaming Gladiator за 16 минут. Хотя, подожди, рано их хвалил. Квин красный, дурачок красный. Найтфол бежит вперед. Сейчас у него будет гарпунчик через секунду. Осталось только 9 тысяч у них на... 44 минуте по пику у LGD, если что, потом расскажу, потому что нас нападает на Эйса. Атосик на Селере, Эйс привязка, ГПК, Эйса и Селере туда отправляют Квина. Ну, наверное, тут не получится так глубоко забегать, убивать его. Нужно быть плотнее. Нападает на Торонто. Ну или вот такие точные убийства пытаться делать. Получится ли его убить, друзья? Не факт совсем, потому что есть false promise. И сейчас уже туда вся команда сместится. Да, ББ и пошел контакт. Умирает дурачье, выживает Торонто. И опять шекл царский. Ну божечки ты мой, ГПК, как же ты вяжешь сегодня. Это минус 5 и даже не получается Торонто. Ну вот так вот. Как-то вот так. Собственно, получается минус 5, 21 на 2. Да, тир 2 забирает понемножку, по чуть-чуть ББМ, ну и совсем немножко остается. Тир 2 вот-вот у нас падает. Здесь у нас нажимается дуэлька, хорошо, опять именно в Сларка, забирает Сларка. Фокус Квина, Квинчик, как он привязывает, так тут деревья стоят, он двоих героев привязывает. Охренеть, минус 4 ГПК, дайте ему просто золотую привязку, золотой шекл Венера. Но еще не вечер. Тем временем нападает. Лассо прожимает. Найтфол. Найтфол отступает. Отсюда. Угу. Пытается пушить ББ. Копья летают. Полетел шекл. И Квина забирают. Или не забирают. Дурачье, молодец, пытается его спасти. Пьюр пошел. Дуэлечка туда. Вот это хорошо. С поддержкой. Как полагается, дурачье пытается уйти, но ему не позволяет паунт сделать. Все-таки позволили. Пускай тупо фонтан. Сдавайте. Ну, гладиат. Ну, дайте бы пройти в плей-офф. Ну, сдавай. Напишите, как я уже. Молодцы. Итак, друзья, поздравляем Bad Boom Team. Им нужна была всего лишь одна карта, чтобы пройти в Венера. Они это делают. Они проходят...
проходит, с учетом того, что панды прошлую карту у нас забрали уже, так что браво, бэдбумы. Ну и следующая карта, так как гладиаторы также уже прошли, она ничего не решает, и не важно, что там будет.